Португальский футболист Криштиану Роналду купил спорткар «Бугатти», выпущенный в единственном экземпляре. В прессе стало известно, что покупателем автомобиля «Бугатти Лавуатюр Нуар» стал нападающий сборной Португалии итальянского «Ювентуса». Журналисты выяснили, что Роналду приобрел самый дорогой в мире автомобиль за 11 миллионов евро. Эксклюзивный спорткар «Бугатти» был представлен в автосалоне в Женеве. Собранный в единственном экземпляре автомобиль способен разгоняться до 420 км в час благодаря двигателю мощностью 1500 лошадиных сил. Роналду сможет насладиться покупкой после 2021 года, так как производитель еще не завершил отладку всех систем машины, пишет «Ла Стампа».